луковица тюльпана-балерина очаровательны во время ежегодного весеннего цветения. Очевидно, что селекционеры дали такое название сорту за схожесть отогнутых заостренных лепестков с тщательно продуманными изысканными движениями танцовщиц. А окраска тюльпанов, достигающих в высоту 50 см, наполнит участок настоящей праздничной феерией. Ярко-оранжевые бокаловидные бутоны имеют нежный красноватый отлив на лепестках. Идеально для посадки вблизи от кустарников, которые весной выпускают обилие нежно-зеленых листьев. Сорт отличается очень продолжительным цветением. Тюльпан-балерина – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан-балерина можно отнести к группе «обыкновенные». Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан-балерина в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан-балерина – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.